На этой неделе в Славянске на Кубани прошел финал районного конкурса школьных агитбригад «Мы выбираем жизнь». Его цель – формирование у молодежи активной жизненной позиции. Живите долго, счастливо, всегда здоровья, здоровая семья, здоровья, здоровая страна. Участница конкурса Валентина Шап уверена, что вести здоровый образ жизни должен каждый. Она решила, участвуя в конкурсе, своим примером доказать, что значит активная жизненная позиция. Надо показать молодежи, что некрасиво курить, пить и показывать свои вредные привычки, а быть здоровым и заниматься спортом. В течение нескольких часов ребята показывали зрителям импровизированные выступления о губительных привычках современности. Говорили о том, почему лучше быть здоровым и спортивным. Делать открытие и любить. Стремимся вперед, не стоим на месте. Ведь мы сильны, тогда мы вместе. На протяжении месяца каждая команда в своем учебном заведении пропагандировала правильное питание, чистоту и гигиену, занятия физкультурой и спортом, полноценный сон, отказ от вредных привычек. Финал районного конкурса «Агитбригад» «Мы выбираем жизнь» удалось выйти командам из 12 школ. Сначала у нас прошел отборочный школьный этап, затем вторым этапом у нас было три районных этапа: Анастасиевское, Петровское, городское направление. Критерии были такие: это целеустремленность, направленность, позитив, режиссерская тоже постановка, актерское мастерство, творчество. На заключительном этапе все выступления были яркими, талантливыми и совершенно не похожими одно на другое, несмотря на общую тему. Все ребята были едины в одном – современная молодежь за здоровый образ жизни и спорт. Я участвую для того, чтобы поддержать молодежь, чтобы за здоровый образ жизни, чтобы не курить, не пить. Я участвую в конкурсе для того, чтобы показать пример младшим детям. Победителями районного конкурса «Агитбригад» стали учащиеся 56-й школы поселка Рисового. Они и стали обладателями переходящих кубков. Смогут ли победители сохранить кубок, станет известно в следующем году на новом конкурсе. Тина Копачевская, Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов, Александра Тимовская. Программа «События».